друзья, с вами как всегда Робзи, добро пожаловать в Brawl Stars. У нас сегодня новая нереальная битва, вирусный 8-бит против всех бравлеров. Кто же будет сильнее 8-бита или кого же он сможет победить, мы узнаем в конце видео. Ссылочка на регионал будет в описании, но вам приятного просмотра. И перед началом я бы хотел сказать одну важную информацию. Многие подписчики в комментариях пишут, если прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, то тебе выпадет лего либо новенький бравлер. Давай проверим. Раз, два, три. Итак, битва начинается, бойцы выходят на арену. Вирусный 8-бит против всех бравлеров. Я первый раз смотрю это видео, поэтому мне будет максимально интересно узнать, кто же сможет его победить, потому что это очень сильный бравлер. Итак, первая на очереди Шелли. Дальняя дистанция, и 8-бит ее просто разносит. Итак, в упор Шелли побеждает, но буквально 112 хп остается. Вообще очень-очень мало, видели это разницу? Просто 112 хп. Окей, дальше у нас с использованием ульты. 8-бит с ультой и Шелли тоже. Я сразу ставлю, что Шелли вынесет. Потому что в упор Шелли просто безумный бравлер, а тем более с ультой. Смотрим, что происходит. И первый выстрел, второй и третий. Да, здесь было все решено. Дальше у нас битва с Нитой. На расстоянии. Ну, в принципе, в упор будет примерно то же самое, поэтому сразу идет бой с ультой. Бросает медведя. Нита что-то пыталась сделать, но 8-бит вынес. Буквально одного удара не хватило Нити, чтобы победить. 8-бит побеждает. Смотрим дальше. Пока что проиграла только Шелли. Здесь у нас идет Кольт. Кольт улетает. С ультой, я думаю, будет совершенно все наоборот. Но нет! Вирусный 8-бит и здесь и выиграл. Офигеть. Бул на расстоянии 8-биту проигрывает. Прям в упор. Весь урон Була пошел, и Бул побеждает. Причем, смотрите, реально очень мощный бравлер 8-бит. Это очень читерный бравлер. Он реально вирусный, потому что он разносит просто в хлам. Теперь у нас с ультой. Смотрите, пока Бул добежал... А, тоже выиграл. Но буквально немножко повезло, потому что реально застанил хорошо. Так, теперь у нас против Джесси. Кстати, автор напоминает, что нужно поставить лайк под видосиком. Поэтому, ребят, если вы еще не поставили, опускайтесь, нажимайте лайк. Конечно, подписывайтесь и колокольчик проверяйте. Итак, на расстоянии Джесси отлетела. Смотрим, что будет с ультой. Да, в принципе, то же самое. 8-бит вынес и ульту, и Джесси вместе с ней. Теперь против Брока. Окей, дальше у нас использование ульты. Я думаю, что Брок тоже отлетит. У 8-бита слишком много жизней. Просто намного больше. Смотрим против Динамайка. Ну, Динамайк в итоге убил, но опять же, 8-бит не двигался, все дела. Теперь с использованием ульты происходит, в принципе, то же самое. Только в этот раз Динамайк еще и ульт забрал. Смотрим против Бо. Ну да, в принципе, Бо разнес. Смотрим с ультой. Так, а какая ульта? Ульта на урон. Ульта на урон и... 8-бит все равно побеждает. Он первый. Он первый убил Бо. Смотрим против Эль Прима. Нифига себе. 56 хп. Вы это видели? 56 жизней. Так, Эль Прима прыгает, отбрасывает 8-бита и тоже побеждает. Пока что вынесли его, в принципе, да. Вынесли его в упор. Это Шелли. Это Бул, если не ошибаюсь, это был у нас Эль Прима. Другие проиграли, другие проиграли. Смотрим, что будет здесь. Ну, здесь, в принципе, даже выживает. Даже выживает против Барлейчика. Теперь с использованием ульты. Нет, ну, Барли улетает просто сразу. В секунду улетает. Против Пока. А вот теперь интересно. Против Пока на расстоянии выносит. А вот теперь с использованием ульты мне просто интересно. Я думаю, у Пока тоже нет шансов. Несмотря на то, что он отхилился, у Пока шанса 0,0. Рика. А вот с Рика может быть проблема, когда у Рика будет ульта. Потому что ульта у него пипец какая мощная. Так, просто ультанул и все равно побеждает. Все равно побеждает 8-бит. Дальше, против Дэрила на небольшом расстоянии. Дэрил проигрывает. В упор, возможно, ситуация изменится. Да, ситуация изменилась. Дэрил очень мощный игрок ближнего боя. Теперь у нас ульта. С ультой Дэрил подкатился и разнес. Осталось 318 хп. Подписочку проверили? Все проверили подписку? Правильно. Пенни улетела. Пенни улетела просто далеко и надолго. Так, бросает пушку, но... Чего только что случилось? Чего Пенни вы... Нифига себе, Пенни! У нее, да, у нее же идет двойной урон. Когда она бьет в одну цель, ее монеты пролетают сквозь другую,
Там идет двойной урон. Она била в ульт 8 бита. Смотрите, 1200 урона наносилось именно башне 8 бита ульту. А 8 бита наносился двойной урон. То есть с одного выстрела наносила два раза по 1260. Смотрите, один выстрел, второй выстрел тоже 1260. В общем, там примерно 2500 урона каждый выстрел. Поэтому и отлетел. Нифига себе. Пенни, конечно, отожгла. Так, смотрим, что у нас случилось. Ну да, здесь, конечно, победа за 8 битом. В упор. В упор 8 бит тоже вынес, несмотря на то, что было это прям от прям максимальный упор. С ультой, да, у Карла против 8 бита нету ни единого шанса. Итяк, теперь, итяк говорю, ладно. Итак, у нас теперь битва Фрэнка против 8 бита. Фрэнк не выиграл, потому что 8 бит первее его убил. Проверьте колокольчик. А теперь с ультой. Я думаю, с ультой ситуация в крайне сменится, потому что Фрэнк выживает на 32 хп. Вы это видели? 32 хп. Ну, старый здесь разговор простой. В упор Тара... Нет, в упор Тара неплохо пробьет его, но убить не сможет, буквально немного урона не хватит. Тут я как бы знал. Урон у Тара хороший, но вот так вот. С ультой Тара разнесла. С ультой Тара просто разнесла в хлам. Реально, ульта у Тары просто божественная. Смотрите, здесь была Пайпер 8 бит. Кто первый умер? Я не увидел. Смотрите, выстрел. Так, подожди. И Пайпер умирает первее. Пайпер умирает первее, потом умирает 8 бит. Поэтому он побеждает. С ультой здесь все понятно, Пайпер выиграла. А нет, в принципе, то же самое случилось. То же самое. Так, дальше Пэм. А вот здесь вот интересная заруба. На дистанции 8 бит он просто кучнее стреляет. В упор, я думаю, что Пэм, возможно, даже не разнесла, я думал, что разнесет. Дальше. С ультой бросает хилку. Выносит. И 196 хп осталось. Капец, как мало. Смотрим. Против Мортиса. Ну, я думаю, что у Мортиса нет шанса. В принципе, у Мортиса нет шанса и... Есть шанс. Он просто уворачивался. А теперь с ультой. Смотри, что делает Мортис. Он просто выносит 8 бит. Ничего себе. Нормально. Мне нравится. Так, Джин. Джин против 8 бита. Здесь вариантов 0. А вот теперь... Он даже, кстати, ульту не стал проверять, потому что ульта, в принципе, тоже урон не наносит. Дальше Спайк. Ну, на расстоянии у Спайка шансов нет. А вот в упор... Спайк, скорее всего, Я думал, Спайк вынесет. Ну, с ультой будет то же самое. Да, он не добежал просто до него. Капец, он просто не добежал. Так, теперь у нас на очереди Ворон. Ворон у нас молодец. Ворон молодец. Конечно же, отлетел от 8 бита просто сразу. Дальше, что вблизи, что на расстоянии. Это была ульта? Так, это он, получается, да. Это он вблизи отлетел. Ульта. Теперь с ультой. Ворон с ультой против 8 бита с ультой. И да, Ворон с ультой очень жесткий. Лайк проверьте. Ворон с ультой, я знал, что победит. Серьезно. Так, на расстоянии Леон отлетел. А вот в упор ситуация должна поменяться, но она не поменялась. С ультой проверять не бессмысленно, потому что у Леона ульта это невидимость. Так, теперь у нас выходит на арену Роза. Роза отлетела. А теперь с ультой. Ну, с ультой Роза не должна отлететь в любом случае. Слишком маленький буст у 8 бита против ульты Розы. 70% защиты, поэтому здесь в любом случае отлет. Так, давай, Биби против 8 бита, и Биби улетела. Биби улетела, а теперь у нас с использованием ульты. Так. В принципе, мне интересно, кто первее умер. Вот просто ради интереса. Смотрите, удар и... Они одновременно, вообще, миллисекунду отлетели. Здесь чистая ничья. Вблизи с ультой чистая ничья. Так, ничья. Так, здесь у нас 8 бит выигрывает, потому что он умирает позже, чем Тик. Теперь у нас что? Теперь то же самое примерно будет, да. Даже с ультой. Сэнди. Ну, здесь шансов, как бы, думаю, у Сэнди очень мало. Очень мало. Ульту проверять нет смысла, там у нас туман, он сильно ничего не дает. Так, против Эмс. На максимальной дистанции умирает первая Эмс, но 8 бит все равно проигрывает. Ну, в итоге он умирает в любом случае. Да, Эмс, скажу сразу, это антикласс 8 бита. Он медленный, и в настоящем бою Эмс может так запшикать, что просто жесть. Так, против Био нет шансов, а вот в упор с использованием ульт... Да. Потому что Био била в пушку. Био била в своего ульт, понимаешь? Так, с Максом вот такая ситуация, все понимают. Так, теперь у нас против пингвинчика 140 хп. Так, теперь ставим ульт.
Есть ульт, пошел, бросаем, бросаем, бросаем. Ну да, удары достаются вышке 8-бита. Пипец, 8-бита мало кто смог победить, вы это видели? Буквально пару бравлеров смогли победить. Ближники, мощные ближники, типа Була, Шелли, Дэрила. Ну и кто еще смог? И Пенни смогла вынести упор. Ну еще кто-то, возможно, пропустил. Остальных 8-бит просто разносит в пух и прах. Это реально офигенный бравлер. Очень крутой. Я знал, что, в принципе, так будет. Если вы знали, напишите в комментариях об этом. За кого болели вы? Какой из этих бравлеров, по вашему мнению, недооценен? Кого автор плохо показал? Напишите об этом. Ну, на этом все. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедов.